Алкоголь употребляли сегодня? Нет, нет. Не пили, да? Нет. На экспертизу смело сейчас проедем, да? Медсестра Карине крови. Вы знали, что ваш водитель употреблял алкоголь? Нет, нет. Не знали, да? А вы куда ехали вообще? В городской центр крови. Центр крови, да? А сейчас он на дежурстве находится, водитель? Да. Он на дежурстве находится. И до скольки у него дежурство? До утра. Соберитесь, что так долго? Да? Ваши 67. Что пили? Сидите. Что пили? Пиво. Пиво когда? На, Саша. Когда? Час тому назад, 2 часа. Сидите. Да. Ага. Сколько пива выпили? Бутылку, 2-3. Примерно 23:30 на участке Тимирязева, Шашкина, инспекторами административной полиции было задержано с алкогольным опьянением водитель наш Ахреев Иса Магометович, который управлял состоянием алкогольного опьянения. Ну, данный вид транспорта, который он управлял, не является скорой помощи, а является санитарным, который предназначен для перевозки медикаментов, компонентов крови и мягкого инвентаря. Но для выяснения и проведения служебного расследования в настоящее время создана комиссия, по результатам выявленных фактов будут приняты все необходимые меры по наказанию виновных лиц и недопущению дальнейшего подобного случая. Но водитель сейчас не уволен? В данный момент нет.